А вот оно, ребятушки, между прочим, как выглядит настоящий игольный мыс, где соединяется Индийский и Атлантический океан. Ни хрена это не мыс Доброй Надежды, который говорят, что он типа южная точка Африки. Вот она, южная точка Африки. Мыс Игольный. Солнышко садится вот здесь. На западе мы под самый закатик солнышка попали на самую южную точку Африки. Всем чмоки!